Так, мы въезжаем на территорию Stegler's. Это где можно покупать дешевые продукты, кур и, главное, индеек. Очень хорошее здесь и другое мясо, яйца и многие другие продукты, поэтому очень рекомендую. Это в районе Гировин, недалеко от Тунгаби, въезд Тунгаби Роуд. Вот он, Stegler's. Вот среда, траки стоят. И, соответственно, сюда мы въезжаем, здесь запаркуемся и будем закупаться. Вот мы идем в магазин. Тележки здесь оставляете, когда машину затарите. Оставляете здесь тележки или здесь. А пустые возьмете уже наверху. Вот он вход. Вот этот рамбу используете, когда в тележку идете и заходим. Вот. Вот 2 килограмма жареной грудки за 8 долларов. Офигеть. Вот, видите, классная какая. 2 килограмма, всего 8 баксов. Надо будет взять. Вот, пожалуйста, магазин. Вот. Бургеры 10 кусочков за 8 долларов. Вот оно, царство. Please, I do promotion. It's wonderful here. Yeah. Значит, вот, пожалуйста, куриные шейки по $1.59. Куриные каракасы хорошо для какого собаки, там, для холодца $1.59. Ножки по $2.50. Вы можете увидеть эти ноги по $1.50. Вы увидите. Ляжечек такие. И вы можете видеть, it's okay, it's okay. 2.25 крылья. 3 курицы за $10. Can I have a box or? Yeah. How much the box cost? It's 12 kilos? Вот, пожалуйста, цены на курочек. How much? The whole box. Yeah, I need 2 boxes. 2 boxes, please. Вот. Вот куриная грудка по $7. По 2.25. Ножки куриные. Мы просто кур не берем, а так вообще. Вот цены. Мэриленд по 2.25. Яйца. Яйца. 5.99 за 2, по-моему. Это замечательный магазин. Это просто чудо. Вот давайте посмотрим. Вот видите? Ценник. Я взял 3 ящика. Мне даже там 300 или 400 граммов дали бесплатно. Посчитали 12-килограммовые ящики по $17. Короче говоря, получается меньше, чем $1.5 килограмм. Вот такие вот ляжечки. Что-то срезается, там жирок какой-то, кожа срезается для котов. Остальное поедается. Вот это, пожалуйста, chicken breast, 2 килограмма. Жареная грудка по $8. Вот, вы можете видеть, пожалуйста, жареная грудка $8, 2 килограмма, даже чуть больше, да, 2200, это меньше $4. Жареная грудка индейки, обалдеть. И что еще там взял?
куриная грудка по 7 долларов, я считаю, что это нормальная цена. Это меньше, чем в магазине, но я думаю, 8-9 долларов в обычном магазине, здесь по 7. Но вот эта цена и вот эта цена просто... Ребята, я плачу. Я им сказал, что они обворовывают себя. И более того, покупая достаточно много у них, в итоге вы получаете подарки 20-30 долларов скидки. И дай бог здоровья ребятам. Если вам нравятся такие ролики, ребята, пишите. Вот она, сермяжная правда жизни об Австралии. Ребята, это сказка, это песня Steglers, это спасение для людей. Они продают самое качественное, самое вкусное по самой низкой цене. Полтора доллара за куриные, за индюшачьи вот эти вот бедра. Меньше 4 долларов, где-то 3,80 килограмм жареной филе индейки. Это просто незабываемо. Всех приглашаю, еще раз повторяю. Кировин, Стунгаби Роуд, уходите на Амекс Авеню 13. И закупаетесь и плачете от счастья. Если вам такие ролики нравятся, ребята, пишите, заказывайте. Все сделаю, чтобы вы обладали этой информацией. Удачи!